Всем здравствуйте! Евгений Петросян не перестает удивлять своих поклонников. Хотя юморист и вступил в почетный возраст, но он продолжает занимать активную жизненную позицию. Мужчина имеет насыщенный график, но старается как можно дольше времени уделять семье. В 2020 году Евгений Петросян стал отцом во второй раз. Молодая жена Татьяна Брухунова подарила юмористу сына Вагана, которого они полгода не афишировали широкой публике. В этом году Евгению Петросяну исполнится 77 лет. День рождения он отметит в сентябре. А пока юморист всеми силами борется со старостью. В своей соцсети он показал видео из спортзала. Надо с этим бороться. Бороться со старостью. Не дать старости поработить себя. Бороться за свое здоровье, а стало быть, за свою семью, чтобы она не лишилась главы семейства, сказал Петросян. Выяснилось, что мужчина посещает спортивный зал, а также проходит периодически медицинские обследования. Напомним, что совсем недавно Филипп Киркоров устроил роскошную вечеринку по случаю 90-летия его отца Бедроса Филипповича. Артист пригласил самых близких друзей с их семьями. Среди почетных гостей был и Евгений Петросян, который, на удивление его поклонников, пришел в одиночестве. Фанаты отметили, что в этот день жена юмориста Татьяна Брухунова выложила свежую фотографию из своей поездки в Суздаль. Почему же супруги разделились и стали проводить время не вместе, для поклонников Петросяна осталось загадкой. Некоторые поклонники заговорили о том, что муж и жена могли поссориться и решили отдохнуть друг от друга. Будем надеяться, что совсем скоро семья знаменитого юмориста выложит свежие совместные фото, чтобы развеять все слухи и домыслы. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!